А що таке фільтрація? Ви розуміли на той момент, що це за процес, як він відбувається? Знала, ну как, я, конечно же, все мониторила и спрашивала, как это выглядит у знакомых. Они говорят, это значит, ты приходишь, там в эти пункты их фильтрационные, они проверяют, есть ли у тебя связи с военными, кто ты, что ты, где родился, и берут отпечатки пальцев, там какая-то у них база, вот, говорят, лишнее не говорить. Я даже поехала не со своим телефоном, потому что я, ну, боюсь, как бы... Я это все продумывала заранее. Ну, повезло, что когда мы туда приехали, у меня есть знакомая, которая говорит, хочешь, я тебе помогу, там, они же уже на этом деньги зарабатывают, на этой фильтрации. 1500 рублей, и тебе дают, вот так выглядит документ, вот такая бумажка. Так, сейчас видно, да? Вот, и, значит, здесь как вот, как у овец, или как это, дактилоскопирован печать.